Лена. Лена. Хозяйка, я за краску. Лена! Ленка? Лена. Лен. Ой, господи. Лена. Лен. Лена. Господи, что-то случилось. Лен. Лена. Что ж такое? Родная моя. Подожди. Сейчас. Сейчас. Ты где? Ну, что тут? Ну, чего дать-то? Скорая? Моей жене плохо. Я не знаю. Она без сознания. Это я не могу в чувство привести, как это? Чарышева. Елена, 37 лет. Столярный переулок. 10-9. Квартира, да? Хорошо. Косточку земли бросить, чтобы Леночке мягко лежалось. Призраки.
какие-то бродят. Пойдем, пойдем, Митенька. Знаешь, а я очень верю в загробную жизнь. В это надо верить. Без этого нельзя. Возьми камушек, Митя. Вот хороший, мягенький. Держись, Митя, у тебя сын, она в нем. А Леночка сейчас смотрит на нас с облачка и радуется. Как много друзей, как мы все их любим. Нина, извини, не узнала тебя. Это Вера. Леночка умерла, Нина. В эту субботу утром, мгновенно, никто ничего не понимает. Разрыв сердца. Я тебе потом переспать буду. Петенька, сейчас я приберусь, и мы с тобой еще посидим, чаю попьем. Пока Петенька девочку провожает, хорошо? Я тебя одного не оставлю, не думай. А Витюша наш администратор и автобус привез вовремя, венки. Он милый, Витюша, правда? Предупредительный. Милый, но не все милые. Вот видишь, а ты никогда с нашим оркестром знакомиться не хотел. Веронка, давай, как говорят, за упокой. Скуси, скуси, поешь. Тебе надо поесть. Ты умница, так хорошо держался. Знаешь, по-моему, вечер удался. Молодец, ты как-то все лихо так организовал. Мы на всех поминках поедем. Почему на всех? Мить, почему ты меня обижаешь? Значит, у Кулинки. Мить, нет, ты не будешь. Ну, что, значит, не буду. 10 лет терпел. Мить, не смей. Ты что, хочешь Петьку сиротой оставить? Леночка с тобой билась-билась. Ты ей обещал, что не будешь. О, ой. Кому обещал, того уже нет. Что значит нет? Она здесь, Митенька. Знаешь, Вероника, не надо чаю, поезжай домой, что-то возиться. Не думай. Тебя нельзя одного оставлять. Я тебя не оставлю. Между прочим, когда Петенька с девочкой сидел за столом, кто-то вот так ласково провел над моей головой. Кто бы это мог быть? Она была здесь. Знаешь что? Она и сейчас здесь. Пойдем? Куда? Пойдем. Слышишь? Нет.
страшно. Стыдись. Твоя лучшая подруга. Верка, иди домой. Иди. Курица, иди. Все. Почему она умерла? Это же несправедливо. Ну, почему? Она была самая лучшая. Пап, почему ты ничего не сделал? Ну, почему? Пап? Что? Пап, я прочитал в медицинской энциклопедии, что разрыв сердца может быть от стресса. Может быть, у мамы был какой-нибудь стресс, а мы даже не знали?
Может быть. Может быть, да. Нормально? Можно немножко добавить. Сделаешь аккуратно, хорошо. Ну, спасибо. Спасибо. Значит, за табличку они сейчас взяли, Митя, а за ограду возьму через недельку, когда поставят. Держи. Ага. Слушай, Петька пошел в школу? Вчера. Ну, что, привыкнет, дети быстро привыкают. Да, мама может вам обеду готовить. Спасибо, Лида. Вот еще что. Нам памятник нужна Ленкина фотография. Я думал, может быть, взять из тех, что на дачу мама снимал. Там Ленка такая. Стасик, я хочу задать один вопрос. Для меня это очень важно. Как думаешь, Лена ко мне как относилась? Погоди, в каком смысле? Ну, вы были дружны, она восхищалась твоим добрым сердцем. Потом со стороны как-то виднее. Митечка, Лена... она очень любила тебя. Ну, не знаю, может, немножко ревновала, знаешь, как все женщины. Я? А что такого? У тебя студентки, все молоденькие, все к тебе домой бегают. Они за четками приходили. За четками, зонтиками. Какая разница? Ладно, не валяй дурака. Пойдем. Что на ужин? Куриные котлеты будешь? Ты это серьезно? Что серьезно? Когда ты был маленьким, овсяную кашу я тебе готовил. Пап, вчера котенок, которого мама подкармливала, ее у подъезда ждал. Сынок, а кто это был мужчина на кладбище? Высокий такой, с бородкой. Плакал все время. Это тенор из филармонии. Ему мама аккомпанировала. Тебе радиожурналистка звонила с «Русской мысли». Сказала, что должен ее помнить. Вербицкая. Не помню. Она сказала, что если не вспомнишь, сказать, что это та, у которой машину украли, когда она к тебе в университет приходила. Ну, да. А частный сыщик нашел? Да, ну. Ладно, пап, все, пошел. Давай. Дорогой любимый человек, пишу тебе это письмо и плачу. Я решила, что не могу сейчас бросить Митю. Но не было дня, чтобы я не думала о тебе. Давай подождем хотя бы до Нового года. Жизнь сама найдет выход. Yeah.
Гражданка Валуева. О, Господи, как ты меня напугал. Здорово. Не сердишься на меня? Мить, с ума сошел. За что? Похудел. Это Митя, Ленин муж. Какое горе для всех нас. Я когда узнал, не поверил. Чего? Я после пережитого стал хуже слышать. Я говорю, скорбим вместе с вами. Я тоже вот вышел подышать, прогуляться. Может, на концерт сходить? Неправильно делаете. Да? Не надо замыкаться. Не надо? Вам нужно больше ходить, активничать. Да, я сейчас очень активный, сейчас активный очень. Миш, иди, я догоню. До свидания. Митенька, ну что случилось? У меня что случилось? Ленка моя померла, так ничего, в общем, все нормально. Пошли, пошли. Митенька, дорогой, ты должен взять себя в руки. Ну, да, горе, да, несчастье. Ну, ты посмотри на себя, глаза красные, измотался. Ты совсем не спишь, да? Это самое, я тебя хотел спросить. Ты все-таки была лучшая подруга. Кто у нее был на стороне? Как говорят в народе, хахель, мужик, кобель. Ну, ты понимаешь? Ой, ты сумасшедший. Слышать тебя не хочу. Ты что говоришь? У Леночки, матери твоего ребенка, тебе не стыдно? Ты не бойся, я ему ничего не сделаю. Это кто? Это баритон вот с этой бородкой, да? Мить, с ума сошел. Вообще не по этому делу. Я к ней Юлию убью. Я письмо нашел в доме. Она ему написала. Кому? Ване? Какому Ване? Что? Откуда я знаю? Ты мне все мозги запутал. Я не знаю, что я говорю. У нас настройщик Ваня. Она ему записки писала по работе. И я писала так: отстань от меня. Не приходи больше. Иди домой. Опомнись, Митя, она умерла. Просто скажите ему, что вы от журналистки Вербицкой, и он обязательно вам поможет, даже если у вас что-то крайне серьезное. Как я хочу, чтобы вы сделали у нас программу о языке. Вы такой замечательный, такой чудесный собеседник. Я готова говорить с вами бесконечно. Обещайте мне, что вы не пойдете духом. Обещайте мне, что мы обязательно с вами увидимся. Хорошо? Мне пора бежать. Он вот-вот будет. Так, кто в первый раз, проходите. Я от Вербицкой. Вербицкая. Это та, у которой телевизор украли? Нет, я этим больше не занимаюсь. Хлопот много. Я хочу, чтобы вы нашли любовника моей жены. А жена где? С вами живет или того? Того. Она умерла неделю назад. Сочувствую. Вот что я нашел после ее смерти. Так талончики сентябрьские недавно ездила. Его зовут Иван. Подруга проговорилась. Ну, и так не точно. Иван. Редкое имя. Кого-нибудь подозреваете? Списочек приготовили? Нет. Вам только этого найти? Я говорю, вас только этот интересует? Или все другие, которые у нее могли быть? Или только этот?
Кто? Это я, Дмитрий, Иван. Какой Иван? Ты знаешь, я за письмом. Пошел вон. Не дури, это мне письмо. Ваше. Мое. Извини. Любила что-нибудь полистать по дороге. От меня до тебя 5 остановок на трамвае. Минут 15. А библиотека у меня, сам понимаешь. Меня ваша библиотека не интересует. Идите отсюда. Не кричи. Кому бутылку принес? Думал, я с тобой на бутерша буду пить? Ну, не хочешь, не пей. У меня сын из школы возвращается. Вон отсюда. Сейчас. Дай взглянуть. Не успел осмотреться. Пап, а что случилось? Мы с товарищем в циклёвке полол говорили. Так мы же им сказали, что мы не будем. Они настаивают. Пожалуйста, лишь свободен. Дерево. Бумага. Станок. Знаки. Деньги. Вот деньги. Деньги хорошо. Продолжаем. Гривны. Лавры. Капуста. Вот капуста. Обратите внимание на любопытную вторичную номинацию. Из овоща с нашего стола сленговое обозначение день. Хорошо. Продолжаем. Ложь. Чего ложь? Деньги, ложь. Ложь. Почему ложь? Ложа. Ложа, ложа. Девка, блядь, стерва. Блядь. Вот так. Блять, да. Пап. А на фотографии обязательно строгая нужна? А то мама везде очень веселая. Пап.
Папа, а я его узнал. Кого? Ну, строителя, который полы приходил циклевать. Он меня еще плавать учил, когда я был маленьким. Ну, мы там отдыхали, и ты к нам потом еще приезжал. Что? Ну, или очень похож. Да нет, вряд ли. У него военный ремень был. Здесь женщина ездила, молодая, с синими глазами, 5 остановок. Может, читала что-то, журнал? Помню, читала. В светлом плаще или в зеленой куртке, невысокая? Да-да, часто ездила. Часто? Да. Вон там обычно сидит. Вот мой дом. Первый этаж. Удобно. У меня сразу у дома. У тебя сразу у дома. Ей по темноте не ходить. Нам надо поговорить. Давай. У вас есть военный ремень? Конечно. У меня даже фуражка есть. Я офицер бронетанковых войск в отставке. Ты ездил к ней в Лоу 10 лет назад? Лет. Абсурд. Врешь. Чего врешь? Я тебе вообще ничего не говорю. Ты здесь 10 лет живешь? Ну, не совсем, с перерывами. Значит, ты был на море в Лоу 10 лет назад. Ездил к ней? Это ты туда ездил, не торопился, а я летал всеми видами воздушного транспорта. Слышь, ты не скачи, то я тебе нос сломаю. Пошли к тебе. Зачем? Ты у меня был, теперь пойдем к тебе.
Пойдем. На работу ко мне зайти. Я в ЖЭКе за углом работаю. Не интересует? Ну, давай. Я хочу знать правду. Все. Понятно. Ну, тогда, если коротко, с Еленой Анатольевной мы познакомились через 4 месяца после вашей с ней свадьбы в военном городке Супонево. И с тех пор встречались с небольшими перерывами до значного времени. Еще есть вопросы? Супонево, да? Где это? А что он там делал? Выступала с филармонией для офицерского состава. А Вера там была? Была. Пела романс «Держу дни весны». В клубе был рояль с одной педалью, а нужно две. И что? Меня послали ремонтировать. В тот день мы капитанскую звездочку обмывали. Ты даже не генерал. Мог им быть. Но все, хватит. Посмотрел, иди домой. Да, рассказывай, рассказывай. Значит, где-то с пьяной рожей, с первой попавшись, не на рояле? Прощаемся. А я не спешу. Может, тебя в окно выбросить? У тебя решетка на окне, забыл? Не теряй время, рассказывай. Ну, сиди. Каким-то пьяным капитаном, первым попавшимся на грязной койке в какой-то казарме, не верю, почти сразу после свадьбы, в каком-то Тупонине, лечь с пьяным офицерем? Хватит, заткнись. Не лежала она с офицерем, не было ничего. Не было? Что было? Ничего не было. Я за ней потом в Брянск поехал. И что было? Потом в Орел, потом в Воронеж, потом сюда. Пришел к филармонии, она прогнала. Я еще раз пришел. Не понимаю, как ты ездил? Ты же служил. А мне отпуск оформили за звание, когда вернулся задним числом. Так, задним числом? Значит так, не подайся мне на глаза, слышишь? Давай покончим с этим. С меня хватит того, что я услышал. И запомни, не появляйся вблизи, и все. Остальное устроится. Похороним это. Петь, надо выбросить всю эту гадость отсюда. Черт.
Сеть, ты слышишь меня? Что такое? Таракан. Петя! У нас тараканы, Петька! Куда же он завяз, а? Петя! У нас тараканы, Петька! Петя! Куда же он? У нас... Прости меня, если я тебя когда-нибудь чем-то обидел. Митя, о чем ты говоришь? Что такое? Объясни мне, почему эта дрянь врала мне 15 лет. 15 лет. Ирка, прости меня, что тебя обозвал курицей. Какой курица, Митенька, пустяки? Ну, скажи мне, почему она от меня не ушла? Ну, отвечай мне, ну, у меня нет состояния. Она работала, я никогда не держал бы ее силами. Она очень тебя любила, Митя, она его просто жалела. Что она жалела? Курица, 15 лет! Что ты мелешь? Я не знаю, Митя. Мы никогда с ней об этом не говорили. Она со мной этого никогда даже не обсуждала. Митя, Здравствуй, Иван Александрович. Вот ты где. Обыскался. Дмитрий, я работаю. Некогда. Люди я меня. Смотрю, у тебя тут цветник. Пустили козла в огород. Ты что, паспорта еще выдаешь? Козлик, паспортист. Сделал карьеру. А кто вы такой? Ты... Что вам надо? Так. Спокойно, сослуживец. Пойдем, Дмитрий, выйдем. Не договорили мы немного. Вор, сволочь. Я тебя вспомнил. Я все думал, сколько у меня лет за нос водили. Что здесь происходит? Я тебя вспомнил. Я ты цветочки мне взял. Цветочки на сцену носил. А? Мелькал перед глазами то там. А? Костюмчики с ботинками, с пряжкой. Куда ботинки ты, сволочь, делал? А? А? Куда делал с ботинками? Что хочешь, а? Ты что пристал ко мне? Я за твое здоровье больше не ручаюсь. Дима, иди, не приходи больше. Я хочу понять, как ты жену-то у меня украл. Это ты у меня украл. А? Всю жизнь мою исковеркал, все забрал. Если бы не ты, она бы еще жила. Она бы жила, слышишь? Убью тебя. Ух, ты меня понял, ублюдок. Это ты ее угробил. Ты. Эй, кто такой? Эй, вставай. Кто такой? Маляр.
Какой маляр? Чего вы здесь делаете? Напарника жду. Я договорился с бригадиром, ремонта не будет. Уходите, забирайте свои вещи, а то я выброшу отсюда все. Это не наши вещи, это плиточников. Забирайте, уходите отсюда. И оставьте ключи. Ключи нам женщина давала. Женщина умерла, уходите отсюда. После репетиции приходила, да? Днем, вечером. Ночью она все-таки ночевала дома. По-разному. Что значит по-разному? Что значит по-разному? Не ори. Она иногда ездила на гастроли, как тебе известно. Что, за оркестром шлялся? Ну, иногда. Гостиница «Москва». Когда? Тогда, в октябре. Ночью, что ли? Днем. Подробнее. В моем номере. Я понял, что не на улице. А про меня она говорила? Она сказала, что ее муж ждет? Не помню. Как это не помню? Как в бреду был, не помню, тебе говорю. А я где был? Дмитрий, ты можешь мне тоже кое-что сказать? Было такое, что она от тебя уходила? Собрала вещи, сказала, что уходит, и ушла. Ты ее на улице догонял. Что-то такое, что-то сказала, она вспылила. Значит, было. Хорошо. Что ты думаешь, она к тебе ушла? Куда она не уходила, вообще этого не было. Ладно, я понял. Значит, все-таки пыталась. Слушай, не смеши меня. Для нее ты абсолютно никто, понимаешь? Она не могла столько лет молчать, если бы для нее это было важно. Ты никто для нее. Никто, понимаешь? Человек-невидимка ты. Ты никто, понял? Штаны, блин. Ты никто, штаны ты. С яйцами. Ты что? Да вот, духи прокисли, сынок. Думаю, что им стоят. Пап, я у бабушки поживу, ладно? Вот. Там до школы ближе. Да, конечно, конечно. Хоть покормят хоть. А? Васечка, трубка сломалась, сигареты говно, кошки срут в подъезде.
Дмитрий Александрович, у вас в лингофонном кабинете урок по транскрибированию. Вы помните? Студенты ждут. Васечка, вот у меня семейное положение слегка изменилось, а с памятью у меня все в порядке. Я не могу сейчас транскрибировать. Женат? Недавно. Следи за женой при жизни, Васечка. Но особенно после смерти. До свидания. Ну что же вы не приходите? Вы же обещали. Ой, дорогая Ксения, заработался. Потом жизнь вдовца, полураспад. Вот, а потом... Что вас привело ко мне? Я уж не помню. Желание узнать все ваши тайны. Для простого обывателя слово имеет лишь одну внешнюю сторону. Звуковую. Вот. Когда он его слышит. Вот. Интересно. Да, или графическую, если он его видит. Но для профессионала слово открывает свое истинное, а порой даже скрытое содержание. Это замечательно. Ну, это было что-то. Такого у меня еще не было. Что-то такое. Извините. Ужас. У меня сегодня мать мужа приезжает. Ага. Нужно срочно бежать, ужин готовить, а то... Рустем убьет. Ага. Ой, это было что-то. А что вы скажете мужу? Ничего. Ничего не скажете? А что я должна ему сказать? Что ты на меня набросился, как лев? Разорвал? И что, он ничего не узнает? И не почувствует? Что он должен почувствовать? Послушайте. Какое вам дело до моего мужа? Вы, пожалуйста, за него не волнуйтесь. А я волнуюсь. Почему? Он же человек. А вы за себя волнуйтесь. Сами, между прочим, черти что вытворяете. Я, что ли, на вас набросилась? Ну, перестань. Ну, что ты? Ну, так все было хорошо. Дурак какой-то. Подожди, ну, объясни мне. Ты такая хорошая, веселая. На тебе же нигде не написано. Не написано, что ты блядь. Да ты сумасшедший. Ты больной, тебе лечиться надо. Значит, так просто. Отряхнулся и пошла. Отряхнулся и пошла. И все. Митя, я бы хотела поговорить с тобой тет-а-тет. Стаська запретил меня в такой момент, а я думаю, что именно в такой момент и надо. Да, момент хороший. Ну, молодец, не теряешь присутствие духа. При Лене я бы не стала настаивать, но сейчас надо решить вопрос с Петиным заиканием кардинально. С каким заиканием? Иначе мальчику будет поздно. С Петиным, с Петиным. Ну, Ленку очень любила, безоглядно. Единственная племянница. Мы вдвоем воспитали, дали все, что могли. И попрекнуть нас нечего. Да нет, ну как, спасибо. Спасибо, Бабуля. Ни ты, ни Лена этим не страдали. И я как врач считаю, что это у него не наследственное. Это передается только от самых близких. Бабушка, дедушка в крайнем случае. И потом, у нас в поликлинике чудесный пожилой дефектолог. Он будет приходить к нему на дом каждый день. Нет. Хочешь вместе со мной? Да, нет, нет, ну, я не слышу никакого заикания. У Петьки чудная дикция. Ну, Митька, ну перестань, пожалуйста. Вам кажется, да нет дикция. Же, господи, я никогда не пойму, когда ты шутишь, когда говоришь всерьез. Учти, я от тебя не отстану. Так и знай. Стас, я сама этим займусь. Извини, два слова. Мне кажется, у твоей мамы на меня виды. Что ты имеешь в виду? Она моложавая женщина, я тоже крепкий вдовец. Ты остепени ее, хорошо? Давай, остепени.
странно. Она была такой легкой, улыбчивой, спокойной. Я почти не помню, как она повышала голос. Да. Но невозможно это симулировать на протяжении жизни. Нельзя же так притворяться, держать в себе. Ну, иногда она и плакала, иначе мы бы здесь не стояли. Расскажи. Что? Ну, на кухне. Кофе готовила. Скоро я сказал, что мгновенно. Как будто заснул, так прилегла на полу, и все. Кофе готовила. Ну, я знал, что что-то случится. Представь, что ты мог знать. Почувствовал за неделю до этого. Это было последний раз. Она сказала, что собрала чемодан с пластинками перевезти ко мне. Ну, чтобы они ее ждали, чтобы ей было не так страшно. Знаешь, Вань, я вчера ночью понял, почему она могла бы мне изменить. Когда это в октябре было, когда ты в Москву к ней притащился. У меня какой-то дурацкий флирт был с лаборанткой. Печатать приходил. Вот я почувствовал, наверное. Это такая юная, да? Была это. Что значит почувствовал? Да она знала, что ты ей изменял. Что значит изменял? Она просто мстила мне. Дурочка несчастная. Такая несчастная. Отомстить хотела. Дурочка. И все. Все запачкал. Я сыну в глаза смотреть не могу. Кстати, когда он родился, ты, Иван, ее в роддом не навещал? Нет. Я в это время женился. Далеко отсюда. Так ты жена? А где она? Что она не станет? И что? Девушки, у вас Легерос. Сигареты кубинские есть? Нету. Был женат. 3 года. Я не знаю, как твоя, а моя, констатирую, сучка. Увы. Кончай, Дмитрий, кончай. Я не знал, что рыцарь. Ваня, моя сучка, а у сучки течка. Что? Все объяснили. Что-то покрепче каким-то есть? Портеага с каким? Мужчина, все, что есть, весь ассортимент. Ну, дайте что-нибудь. Да что вы к нам пристаете, в конце концов? Понравилось. Кому? Да ему в обед 100 лет. А мне? А что, он вам понравился? Я лучше помолчу. А что в нем хорошего? Ну... Вы какой-то смешной. А я не смешной? Нет. Значит, он лучше. Мужчина, ну откуда я знаю? Ну я что, с вами того? В краску нас вгоняете прям? Ваня, ну что она в тебе нашла? Может быть, ты как-то сексуально одарен? Может, тебе там какие-то жеребячие чресла? Ты музыкален, может быть, в отличие от меня. Ты поешь, Вань? Как-то раз на полигоне в тишине ночной на посту в запретной зоне пернул часовой. И услышал звук протяжный. Унтер-офицер.
И он понял, в этом звуке грозной атмосферы. Суд судил и присудили его расстрелять. А поручик заступился, стал протестовать. Лучше поддох бы, как собака. Давай, 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 Мишка. Вот так. Вот так. Да? Да. Угу. Все нормально, дядя Стасик. Папа нормально. Работает. Да. Спасибо. До свидания. Стасик. Стас. Стасик. Стасик. Митя. Я, оказывается, ее очень любил, Ленку, понимаешь? Да, Митя. Если есть рай, она в раю, Митя. Ты выслушай меня, пожалуйста. Я просто не могу удержать это в себе. Я просто лопну, понимаешь? Помоги мне. Ну, помогу, конечно. Ты болван, ты же болван. Ты кричи, ты идиот, ты. Неужели ты не видела? Или ты видел? Ты видел? Подожди, что я видел? Что ты спала с другим? Кто, Ленка? Ленка! Кто? Что ты несешь? Заткнись. Заткнись, это же бред, Митя. Стас, на скорую вызвать или в морду тебе дать? Стас, выслушай меня, пожалуйста. Я нашел письмо, понимаешь? И самое страшное, что она умерла, понимаешь? Я не могу ее спросить, понимаешь? Я не могу поговорить с ней, понимаешь? Я бы ее послал к черту матери на все четыре стороны. Она жила с другим, у нее была параллельная семья. Вот наша семья, куда ты ходил в гости. И другая, куда ты не ходил в гости. Или ты ходил? Ты ходил? Погоди, погоди, сейчас, одну секунду. Ты слышишь? Вот... Долгие годы, день за днем она лгала мне, сыну, тебе лгала, понимаешь? Матери твоей лгала. Ходила к этому человеку, офицеру, сраный офицеру. Понимаешь, а? Ну, честно говоря, мне ее выбор даже как-то огорчил. Она могла и найти и получше. Но объясни, ну зачем она это сделала? Ну зачем она это сделала? Ну ты же знал хорошо ее. Ты часами с ней разговаривал, болтал. Ты любил к нам приходить в гости. Ну объясни мне. Ну помоги мне. Ну помоги. Ну объясни, зачем? Ну помоги мне. Пятая остановочка. Этот баритон, красавец, приударял за ней. Фанты какие-то играл. Сволочь. Этот Синельников, очкарик? Да, Синельников. Подлец. Ну, а что? В конце концов, она красивая женщина. Мало ли кто на нее смотрел. Она должна была нравиться. Привлекать внимание. Вот
твоей позиции. Все понятно. Что тебе понятно? Я, в отличие от тебя, все бросил, все потерял. Армию, семью, жену на снастях. Ничего у меня нет. Вот одно письмо осталось. И то не дописала. И все. Армию бросил. Да, сейчас парадами командовал бы. Если был порядочным человеком. Вот отсюда телевизор смотрела. Так вот ложилась на диван и смотрела. Кисти у нее болели от игры. Пальцы массировал. Массировал. Ваня, а я вспомнил, когда тебя первый раз увидел. Мы от врача шли, она уже с пузом была, веселая, счастливая. Я пошел за мороженым, оглядываюсь, она с каким-то лысым говорит. А потом побежал ко мне через дорогу, представляешь, с пузом. И под машину не попал, я обмер. Лысый ты был? Она сказала знакомый музыкант. А я не почувствовал. Как сейчас вижу, ты уходишь, уши торчат. Догнать бы тебя тогда, остановить, спросить у нее. Уже не спросишь. Да. Мамой приехал. А мама где? Мама у тети. А ты зашла. Вот молодец. Умница. Дмитрий, вот дочка моя, Галя. Дочка? С мамой к родственникам приехали и зашла. Здравствуйте. Здравствуйте. На папу похоже. Хорошенькая. Ну, мне пора. Да. Ну, сколько мы не виделись, а? 2 года? Нет, 1,5. Вот молодец. Нет, не надо, не разувайся. Проходи. А я дома, выходной. Я пошел. Ну, хорошо, большая же. До свидания. До свидания.
Сейчас. Где письмо? Какое письмо? Мое, Ленина. Не шути. Где оно? Нет письма. Никогда не было. Все. Все. Я его порвал. Забудь о нем. Все. Ваня, иди домой. Тебя дочка ждет. Письма не было. И делить там нечего, Ваня. Ничего не осталось. Иди, Ваня. Смеши меня, ладно? Я даже обсуждать не хочу. Ты себя в зеркале, ты видел? Я даже не хочу об этом говорить. Мне стошнит. А почему он заикается, как моя дочь? Как ты думаешь? Ты никогда об этом не думал? А ты подумай. Она тебе говорила, что ты его отец? Только не ври. Нет, она не сказала. Ну вот. Чего ж ты хочешь? Я? Правду. Так ты мне мстишь. Ты мстишь мне за то, что она к тебе не ушла. Ты мстишь мне. А? Она же к тебе не ушла, Вань. Ну ты это же не будешь отрицать. Хорошо. Я сам с ним поговорю. Если ты к нему подойдешь, я тебя убью. Ты понял? Я тебя убью, если ты приближишься к моему сыну. Ты что здесь делаешь? Петя, Петька, ты все, что у меня есть. Я тебе, слышишь, я тебе никому нет. Ты мой, мой, мой. Петька, слышишь, ты мой. Конечно, слышу, пап.
Пап, ну что ты? Я тебя слышал очень хорошо. Извините нас. Да. Ну что ты? А? Пьяный, что ли? Нет. Бреешься. Петя, тебе извини, нам нужно с тобой поговорить, как-то обсудить нашу дальнейшую жизнь. Это очень важно. Хорошо. Только потом, окей? Хорошо. Я сегодня у бабушек переночую, мне сейчас некогда. А? Все, пока. Подожди, Петя. Подожди, Петя. Ты что, опять не придешь сегодня, а? Петя, а почему я должен знать это в последнюю очередь? Почему отец узнает последним? Ты не слишком стал рано ходить на свидание? Не рано ты стал веселиться, друг мой? У тебя мать, кажется, недавно умерла. А? Ты так не думаешь? Твоя родная, дорогая мать. Ну, слава богу, у Лены место вроде хорошее. Да, хорошее. Четное. Недалеко от входа. И грунт легкий. Да, хорошее. Да, и сильная вода. Вот пойдет, так не осядет. Ну, да. Если грунт тяжелый, так может осесть. Да, молодец, Дмитрий. Хорошо я все постарался. Не хочу вас расстраивать, но мне надо с вами поговорить. Дмитрий, хочешь творожка не с чаем? Творожка. Петя не доел, в школу убежал. Нет, не хочу творожка. Я хочу кое-вам что сказать. У Лены был любовник. У Лены был один человек, с которым она изменяла мне... Вот, любовник, понимаете, да? На протяжении всей нашей супружеской жизни. Почти с первого дня. То есть она близка была с ним физически, понимаете, да? И так далее. Вот я никого не виню. Мерзко, гадко, гнусно. Ну, бог ей судья. Но есть один очень важный вопрос. Не надо сейчас... Не надо говорить. Да, не надо обиды, все наши разногласия по разным вопросам. Может быть, вам Лена говорила по поводу моего отцовства. Вот, может, по поводу другого отцовства. Вот, или, может быть, у нее были какие-то в этом смысле подозрения, так сказать. Вот, может быть, она с вами делилась. Неплохо. Мы старые люди, Дмитрий, ты нас извини. Мы не понимаем, о чем хорошо, ты говоришь. Хорошо. Не понимаем. Не понимаете. Нет. Проще сейчас скажу, да. У Лены были какие-то родственники близкие, кто заикался? У Лены кто-то заикался в роду, там, папа, дедушка, бабушка, мама? А что, разве Иван заикается? Ой, я сейчас умру. Иван? Плохо мне. Не знаю. Я умираю. Да не надо умирать. Не надо. У меня ум помутился. Прости нас, Дмитрий. Я ей давно говорила. Не брось, его прокляну. Да. Прости, если сможешь. А Петя твой. И не думай. Да. Здравствуй, Петя. Здрасте. Ты меня не узнаешь? Я приезжал в Лоо, когда ты был маленьким, учил тебя плавать. Ну что? У меня был военный ремень, фуражка. Помнишь, мы в море с камня прыгали? Ты маленький такой был, смешной. В море нырять со мной не боялся, а курицы во дворе боялся. О, пап, привет. Я сегодня домой. Хочешь, я отдам тебе чемодан? Какой чемодан? Ее с пластинками нашел. Подожди, Петя, нам нужно всем вместе поговорить. Дмитрий, кто начнет, ты или я? Папа, а что-то случилось? Петя, ты уже взрослый парень. Меня зовут Иван Александрович. Можно просто Иван. В общем, так случилось. Мы с твоей мамой любили друг друга. Чего ты врешь? Чего ты преувеличиваешься? Постой. Чего ты ребенок, ты врешь? Она не любила тебя. Постой, ну не будем спорить. Давай только о фактах. Петя,
15 лет мы с мамой были в близких отношениях. Пап, ну что он несет? Дай ему в морду. Ну вот, сразу в морду. Вань, не надо, хватит, Вань. Подожди. Сынок, этот человек хочет сказать, что он считает, что у него есть основания. Ну, в общем, что твой отец, возможно, танкист. В смысле, ну, в физиологическом смысле. Какой танкист? Вот этот, да, он так считает. А ты? Что? Да, я действительно в прошлом танкист. Петя, ты взрослый парень. И я считаю, что ты должен об этом знать и решить, хочешь ты об этом знать или нет. Сынок, это абсурд. Значит, да нет. Это нет никаких оснований. Просто хотел, чтобы он не наушничал тебе за спиной, понимаешь? Мама, это абсурд. Мама, понимаешь? Мама, что сказала, пап? Петя, это можно проверить. Решай сам. Хочешь, проверим. Не хочешь, не будем проверять. Петя! 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 Петька! Петя! Петька, верни! Ничего с собой не сделает. По жопе получит. Вот что он сделает. Дай. Скажи, Иван, честно, ты спрашивал ее насчет Петьки? Спрашивал. И что? Дословно. Мой бедный, мой хороший. Кто? Я. И все. Ты же знаешь. Когда она не хотела, она не говорила. Да уж это. Она могла молчать, улыбаться сквозь тебя и молчать. И пойди разбери, что у нее на уме. Петька такой же. Да, похож. Убить ее надо было, Иван. Надо было. Убить сразу и все. Алло. Хорошо. Нашелся. Слава Богу. Лен, мы должны поговорить. Ты не можешь со мной не поговорить?
Лен, мы должны поговорить, Лен. Зачем ты это сделал? Это ты предала? Ты же могла просто рассказать. Лен, нам надо поговорить, Лен. Зачем ты это сделал? Предательство. Ты же могла объяснить как? Ну, хорошо, хорошо. Нет, так нельзя, Лен. Не так нельзя. Так не поступает, Лен. Ты должна объяснить. Мне приснился сон, что ты навсегда остался. В Чили. Ты же могла мне как-то рассказать все. Я даже адреса твоего не знаю. Я даже адреса твоего не знаю. А с Петей женится, как я сообщу. А с Петькой женится, как я сообщу тебе. Ты ни о чем не узнаешь? Ты ничего не узнаешь. Ты не... Молодец, Митенька. Если кушаешь, значит, выздоравливаешь. Давай, кушай, кушай. Голубчик в желудочек упадет, даст тебе силы. У Петеньки все хорошо? Все хорошо. Так ты меня напугал, довел себя. Нельзя же так. У меня папа, когда умер, я тоже думала, что не смогу больше жить. Он был для меня всем, ты же знаешь. Ну ничего, как-то выкарабкалась. Надо выкарабкиваться, Митя. Я выкарабкаюсь. Прости меня, Дмитрий. Я ведь не знала, как это для тебя. Не понимала. То есть я понимала, как это нехорошо. Я ее осуждала. Но Ваня, он неплохой, знаешь. Он так к ней относился. Даже не могу тебе сказать, как. И ты такой хороший. Сюда. Иди сюда, иди. Куда ты побежал? Ну, иди сюда. Кс-кс-кс, давай, иди сюда. Эти сосиски. Вот ты мой хороший. Вот ты мой попался. Вот, сейчас я сосиску дам. Вот такая. Надо сосисечку тебе сейчас. Опа. Давай, вот. Какая сосиска. Ой. Давай, вот, да. Что еще дать? Он съехал. Куда? Не знаю. Адрес не оставил? Нет, не оставил. А вы ему кто? Извините.
Пятая остановочка. Приехали. Мужчина, просыпайтесь, выходить пора. Приехали, конечная. Просыпайтесь, мужчина! Мужчина!